Всем привет, и я Саша, и сегодня уже вторая часть моего влогмаса. Сегодня мы украшаем вот эту вот елочку, будем покупать и запаковывать подарки. В общем, будет очень атмосферно, также я буду готовить, так что оставайтесь вместе со мной, обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк, чтобы это видео посмотрело как можно больше людей, и приятного просмотра, я надеюсь, это видео вам очень понравится. Сперва мы начали украшать светлыми игрушками, так как хотели посмотреть, как вообще елка заиграет, не заиграет. Потому что ранее мы украшали только, ну не только синими, но в основном. Например, вот эту игрушку, кстати, делала мама у меня своими руками. Я делала вообще темные игрушки, то есть у нас есть, были вот такие вот темные. Но мы решили сделать с мамой темную, светлую елку. А еще в момент собирания я каждый год просто такая счастливая, потому что обожаю просто наряжать елку. Честно, для меня это целый отдельный ритуал, и мне это безумно важно и очень нравится. И вот такой вот итог получился. Мне кажется, что наша елка просто... Ну вот для меня эта елка просто идеальная. Я считаю, что она самая-самая красивая. Просто честно, мне она безумно просто нравится. Удачный вариант. Тут у нас омлетик, листья салата, и даже не знаю, откуда показать. Получается, вот там очень все сильно тает, потому что это, ой, сыр тянется. Вот. Так что вот такой вот завтрак. Упаковать все подарки очень красиво. В принципе, я всегда стараюсь. В этот раз я хочу, чтобы каждый подарок был запакован отдельно. Мне почему-то уже очень хочется начать. Я начала рисовать открытки, чтобы уже можно было спокойно потом упаковывать. Я решила упаковать сначала как раз-таки вот эту же открыточку. У меня конечного итога нет, но я сделала в тишью и сделала такой мини-коллаж. Вот мне прям очень нравится, как получилось. Выглядит очень мило. Подарок я решила упаковать в коробочку. Это стеклянный шарик, это один из подарков. Мне кажется, что не очень подходит вот этот наполнитель, но другого, к сожалению, у меня нет. Есть только фиолетовый и голубой. Из-за этого я думаю, что этот самый лучший вариант. В общем, и красиво сейчас это все запакуем вот тут вот. В принципе, да, это один из подарков моей маме будет. Вот, и плюс к этим будет еще 3 подарка, 2 подарка. И вот такой вот итог получился. Мне очень-очень нравится, как у меня получилось. В этот раз я решила как мини-подарок купить себе киндер. И именно выбрала Джои, потому что он необычный, там с орешками, что-то такое. И сделала классные кадры с Радой и Луной. Всем спасибо большое за просмотр, и хотела бы сказать, что это последнее видео в этом году, и всех поздравляю с Новым годом, кто это будет смотреть уже в Новом году, и так что всем до скорых встреч, увидимся в следующем году. Пока!